всем пятничный привет. Я Леша, сильные новости, рубрика «Короче». Поехали. Бобруйчанин объелся мухоморов и пошел крушить маршрутки головой. Это произошло 8 октября. В милиции молодой человек объяснил, что хотел таким образом укрепить свой иммунитет, но немного не рассчитал с дозировкой. Результат не заставил себя долго ждать. Молодой человек выскочил на проезжую часть и принялся биться головой о маршрутки, повредил лобовушку и фару. Что именно маршрутки плохого сделали для молодого человека, он не пояснил, потому что просто не помнил этого дня. Ну что ж, на парня завели уголовку, ну и на всякий случай судебно-психиатрическую экспертизу. На Полесье обрушились самые настоящие песчаные бури. Больше всего от разгула стихии страдают автомобилисты, ведь на дороге видимость практически нулевая. Это не раз приводило к серьезным авариям. Также автолюбителям стоит помнить, что попавший на дорогу песок снижает сцепление с дорожным покрытием. Короче говоря, не гоните. Беларусь в 2022 году снова пропустит Евровидение. Свое участие в конкурсе подтвердила 41 страна, и Беларуси в этом списке нет. Напомним, в 2021 Беларусь также пропустила Евровидение. Организаторы посчитали песню белорусского исполнителя политизированной. Кроме того, с 1 июля Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании.